now seen. Do you know where I've been? I've been for the broken machine. Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наше прохождение The Cat Lady. И мы начинаем пятую главу под названием «Некоторые цветы никогда не тянутся к солнцу». Мисс Эшвард, я так за вас переживала! Вы в порядке? Как вы вернулись? Пешком. Вы увидели в тумане что-то ужасное, да? Я видела монстра. Как это мило. Но все-таки мы должны действительно сказать спасибо Мидзи за то, что она поделилась секретом замечательного сероводородного газа. Он был великолепен. И, конечно же, теперь мы можем спокойно зайти в ванную и смыть себя всю кровь. Нет, что я такое говорю? Конечно же, мы пришли просто посидеть в ванне, расслабиться, отдохнуть. Ничего более, друзья, не подумайте. Думаю, я заслужила долгую горячую ванну. Полностью согласен. А, я не смотрю, я отвернулся. Да. Друзья, дальше диалоги читайте сами. Все. Ну ладно. Мисс Эшвард, мне нужно вас кое-что спросить. Можно мне войти? Я в ванной. Это важно? Да, очень важно. От этого зависит судьба всего мира. Знаешь, я без одежды. О, второй вариант особенно интересен. Можешь войти, если поклянешься, что ты не лесбиянка. Лесбиянка! Я же говорил, что у меня был парень, мисс Э. Мы обе женского пола, нам нечего стесняться. Откуда у вас такие мысли? Не знаю. Похоже, сейчас все вокруг гомосексуалисты. Нет, я не одна из них. Не пойми меня неправильно. Но я не хочу, чтобы лесбиянка пялилась на мои сиськи, если ты понимаешь, о чем я. Мисс Э, если бы я хотела попялиться на сиськи, я бы сняла себе кофточку и заглянула бы в зеркало. И правда, заходи. Какой интересный диалог. Я тут блины готовлю. Вы с чем любите? У нас есть клубничный джем, кленовый сироп и шоколадная паста. Просто, действительно, конец света произошел. Нужно было вломиться к нам в ванную, чтобы спросить, а какие блины вы любите? О, здорово. Я люблю блины. Я попробую все по одному. Нет, вы попробуйте по два. Я их столько наготовила, что на целую армию хватит. Я обычно столько много не ем. Это потому, что вы еще не пробовали моих блинов. Если ты сейчас не оставишь меня одну, я никогда их не попробую. Правда? Почему? Забавно пахнет. Похоже, твои блины подгорают. Я так объелась. Где ты научилась так готовить? Меня папа научил. Лучше него никто во всем мире не пек блины. Я помою посуду, если хочешь. Да нет, я сама. Я люблю мыть посуду. Да ты что? Правда? Ну да. Я же хорошая девочка. И потом, я же вас угощала. Кажется, снова дождь пошел. Я как раз думала, что чего-то вроде как не хватает. Как ты думаешь, он кончится? Ну, в смысле, что если он никогда не кончится? Значит, следующие миллионы лет будет лить дождь. Я все равно не понимаю, зачем, как ты сказал, нужна эта... Как там эта штука называется, напомни? Третий раз повторяю. Социальная сеть. Неужели так сложно запомнить? Просто вся эта идея кажется мне идиотской. Вот зачем мне сообщать другим людям, что у меня был паршивый день? Ну, может, вам станет легче, если вы поделитесь этим с друзьями. Но у меня нет друзей. С таким отношением никогда не будет. А у тебя, с другой стороны, их аж 274.
Как такое вообще возможно? Ну, а что я могу сказать? Я просто нравлюсь людям. Ух ты, как круто! То есть они приходят всякий раз, когда вы играете на пианино? Да. Я правда не так уж часто играю. В основном, когда мне очень плохо. Может быть, на самом деле я играю чаще, чем мне кажется. У вас все время депрессия. Я знаю одну песню, написана словно как раз для вас. Напомните мне как-нибудь поставить ее. Она вас развеселит. Называется All Flowers in Time Bend Towards the Sun. Цветы. Ну да, разумеется. Вы знаете эту песню? Ее написал Джефф Бакли. Если бы все сложилось иначе, он бы стал известным Кобейна. Никогда о нем не слыхала. Да, скорее всего, не слыхала. Он погиб совсем молодым. Утонул в Миссисипи. То есть мы живем обычной, спокойной жизнью. Все вернулось на круги своя. Классные у нее, кстати, часы, видите, там, на тумбочке. Вообще, я хочу себе такие же. На самом деле нет, я не могу спать, когда что-то так вот шумит. Я создала для вас профиль. Теперь вы сможете им пользоваться. И что мне с ним делать? Ну, искать людей, с которыми вы знакомы, приглашать их, общаться. Очень удобный способ не терять связь со старыми друзьями или возобновить какие-то новые отношения. Ох, не знаю. Я сейчас по имени никого и не вспомню. Наверное, мне просто никогда ни до кого не было дела. Ну а как насчет бывших одноклассников, коллег с прежней работы? Не. Друзья. Ноль. Ну, хоть в чем-то они оказались правы. Я вас добавлю. Для начала будет уже неплохо. У нас есть один друг. Ура! Я сделал нам кофе. Присядьте и поговорите со мной немного. У меня был очень тяжелый день. Мне нужно пообщаться. С удовольствием. Кофе — это замечательно. Вроде как она говорила то, что не будет нам надоедать и мешать как-то, нет? А мы вроде только с ней общаемся. Это неплохо, конечно же, я рад за Сьюзан. Но просто это все странно. Мы так изменились. Что случилось, Мидзи? Ну, я пока даже не знаю, с чего начать. В последнее время я только об этом и думаю, но пока у меня нет ни одной хорошей идеи. Может быть, это просто глупость, и я зря тешу себя пустыми надеждами найти этого ублюдка. Возможно, я смогу тебе помочь. У меня, знаешь ли, много свободного времени. Прошлым вечером я составила вот эту карту. О, интересно. Я составила карту. Вот это наше здание. Все четыре этажа. На каждом этаже по две квартиры. Вы правда хотите мне помочь? Это просто здорово, мисс Э. Как я смогу вас отблагодарить? Я об этом позже подумаю. Но ведь пока что мы его еще не нашли. Пока нет, но как мне кажется, вместе мы сможем. Итак, давайте все обсудим. Что нам уже известно? Так, а что нам действительно известно? Ну, по порядку тогда. Знаешь, что этот грубый лысый парень живет в квартире 6? Я говорила тебе о нем, так? Ага, это тот самый парень, который приходил жаловаться на шум, верно? Да, это Брайан Палмер. Надо отметить его на карте. Что вы еще о нем знаете? Не очень много. Погоди-ка, я вспомнила, что с ним жила какая-то женщина. Я не видела ее уже много лет. Должно быть, они разошлись. Он может быть нашим, возможно, подозреваемым. Ну, вполне себе. Хотя, он так себя, ну, обычно ведет, как обычный человек, как обычный сосед. Ну, пусть будет. Да, думаю так. Вы так думаете? Хорошо, тогда мы взглянем на него поближе. Я абсолютно уверена, что одна из квартир пуста. Которая? Думаю, одна из квартир на первом этаже. А почему она так думает, интересно? Ладно. В квартире по соседству живет странная супружеская пара, да? А что вы о них знаете?
Ну, мужчину зовут Джо Дэвис. Он кажется довольно милым, тихий. Но я слышала пару раз, как он кричал, и это был словно другой человек. Понимаешь, как ненормальный. Мне кажется, у них там какие-то серьезные семейные проблемы, и они пытаются решить их за закрытыми дверьми. От соседей скрыть такую семейную грязь невозможно. Знаю, это не мое дело. Но я не могу просто заткнуть уши и притвориться, что не слышу, что там происходит. А его жена? Иви Дэвис. Или София. Не могу вспомнить. Как бы то ни было, она очень вежлива. Всегда здоровается, когда мы встречаемся в коридоре. Одна из малогабаритных женщин. Такая худая, что ее можно на вешалку вешать. Ходячий скелет. Бьюсь об заклад, что она съедает лишь лист салата. Или вообще ничего не ест. Она довольно болезненно выглядит, между прочим. Что-нибудь еще? У них был кот, Люцифер. Я часто думаю о том, что же произошло с бедолагой. Был? А что с ним стало? Нет, конечно, здесь котов всех выловили, после того, как Pest Control приехала. Нашу квартиру мы, конечно же, сразу вычеркиваем. Да, хорошо. Значит, остается всего 7 квартир. Кстати, в квартире 6 живет старик, прямо напротив квартиры Брайана. Вот это подозрительно. Из квартиры 7 доносится странный шум. Интересно, что за шум? Похоже на крики, взрывы, выстрелы. А потом кричат с угрозами и оскорблениями на кого-то. Парень играет в доту, 100%. Ну, я знаю, что там происходит, но все равно стоит проверить. Вы знаете человека, который живет в этой квартире? Нет, не знаю. Это самый верхний этаж, понятия не имею, что там происходит. Все, что я знаю, это сплетни соседей. А, там стреляют, значит, да наверняка там в компьютерные игры, либо еще во что-то играет. Нет, это тоже стоит, наверное, вычеркнуть. Иногда собака лает на первом этаже. На первом? Вы же говорили, что там одна из квартир пуста. Да, это значит, что у хозяина другой квартиры есть собака. Ненавижу собак. И не говорите. Шумные, вонючие создания. Ты можешь себе представить глаз Адама, любителя собак? Почему бы и нет? В этом случае стоит заглянуть. Сидят такие две кошатницы, бедных собак, опускают. На верхнем этаже живет женщина с маленьким ребенком. Без мужа? Не уверена. Я ее почти никогда не встречаю. Встречаю ее обычно в коридоре, когда она затаскивает коляску с ребенком в подъезд. У нее там всегда куча пакетов с покупками. Я однажды спросила, надо ли ей помочь занести это все наверх. И? Я замешкалась с вопросом на миг, а когда спросила, она уже схватила ребенка и покупки и зашагала вверх по лестнице. Вот только хотели вступить на путь истины, помочь кому-то, и облом. Ну ладно. Ладно, полагаю, это все, что мы сейчас знаем. А дождь не кончается. Вы упомянули коляску. Я вспомнила, что видела старую детскую коляску у себя в спальне среди других вещей. У вас есть дети, мисс Эшвард? Вы никогда не говорили об этом. Почему ты хочешь это знать? Просто любопытно. Люблю знакомиться с новыми людьми и узнавать о них больше. Могу сказать, что если вы долго храните какую-то темную тайну, вам может стать так легко, если вы с кем-то ею поделитесь. Давай просто попьем кофе, хорошо? Я всего лишь очень хочу, чтобы мы были друзьями. Клянусь Богом, это так. Я не очень умею дружить. Мне казалось, это довольно заметно. Знаете, друзья должны доверять друг другу. Я же рассказала вам про Джека и все остальное. Почему вы не можете сделать то же самое? Ты рассказал мне про Джека, потому что хотела рассказать. Я тебя не заставляла это делать, не так ли? Моя личная жизнь — это мое личное дело.
Почему все вокруг хотят внезапно напомнить мне об этом? Разве 10 ужасных лет полных страданий недостаточно, чтобы отпустить и больше никогда не вспоминать? Даже для меня. Что-то разбилось. Мисс Эшвард, мне так жаль. Ваша кружка. Это произошло случайно. Конечно, это была моя любимая кружка. Знаешь, давай просто забудем. Мне уже все равно. Так, кто-то стучится. Только не опять сосед. Кто это? Погодите секунду. Вау. Цветы? Как неожиданно. А что у вас в другой руке? Убирайтесь. Оставьте меня в покое. Знакомый букет, кстати. Что? Очередной паразит? Нужно его чем-то греть. Вот, эта кошка вроде стоит наверху. Давай возьмем ее. Молотком по голове. Митя, беги. У нас хотя бы еще есть в запасе 3 жизни, как минимум. Я видел, 3 свечки. Да, даже больше там есть. Опять ворон. Ну и где мы на этот раз? Нам уже не привыкать. Так. Эх, выбираем двери. Осмотреть замок. Так, тут, видимо, нужен... Да. Тут нам нужен код. Ясно. Так, а как мне выйти из него? Спасибо. Можно я пойду? Это хороший вопрос, но... Можно я... Все, спасибо. Так, а что в этой двери? Ух ты, какая милашка, вы посмотрите. Монстр. Что это такое? Мне кажется, хуже всего то, что оно немного похоже на меня. Серьезно? О, наше отражение, смотрите. Когда мы были в больнице. Так, понятно. Хотя ничего не понятно на самом деле. Вообще он милашка. Но я даже не разберу, что это. Так, давайте пойдем сюда. А это наша квартира. Только как-то немножечко здесь стало приятней. Конечно же. Так, дверь. Что за дверь? Это комната, но почему снова эта комната? Заперто. Что, все? Закрыто все? Не может быть. Нужно как-то настойчивее постучаться наверняка. Нет, все заперто. Я не знаю, честно, почему эта комната, Сьюзан. Серьезно. Так, а здесь тоже ничего нет? Подозрительно все это. И что нам тут делать? Стена? Так, а это уже интересней. Похоже, что я попала в западню моей собственной гостиной. Хотя на самом деле это не моя квартира. Надеюсь, что нет. Знаешь, один парень из 4-го Silent Hill'а тоже думал, что это не его квартира. Не думаю, что у меня хватит сил пробить стену. Ясно, нас заперли здесь. И что? Еще одна стена.
Ну ладно, пошутили, хватит. Зеркало. Странно, задняя часть зеркала, похоже, не закреплена. Может быть, за ней спрятан какой-то тайник? Откроем. У меня слишком толстые пальцы, нужно что-то острое, чтобы поддеть эту штуку. Острое, острое, у нас есть черепа, конечно. Тряпье. На моем кофейном столике лежит старая оторванная тряпка. А это что? Под ней лежит нож. Хорошо. Ножи в последнее время оказываются весьма кстати, да. Они все время нам помогают. Так, ну ладно. Ударить? Нет, зачем? Зачем бить шикарное зеркало? Ага, здесь точно что-то спрятано. Ключи. Что это? Какой-то рычаг? Рычаг? Конечно, потянем его. Надеюсь, то, что обеих рук мы не лишимся. Жезл? А, так это тот самый жезл, слушайте, который мы собрали. Интересно, что он тут делает? Так, видимо, мы можем попробовать жезлом тогда сломать это все. Это, конечно, очень странно. Ну ладно. Так, откроем? Нет, не откроем. А, здесь ничего нету, что ли? А, есть ключ у нас, точно. А вот так вот? А это уже знакомая нам локация. Так, осталось у нас две свечки. Кстати, очень мало. Видимо, скоро конец игры уже. Может быть, мы вот эти все задействуем, но наверняка нет. Ладно, давайте задуем... А, нет, три свечки у нас осталось, окей. Опять забираем чью-то жизнь. Автокатастрофа. Ясно. Так. А почему мы не вернулись? А, нам нужно еще собственное тело отыскать. А с этим могут быть проблемы, конечно. Так, разбиваем. Только не трогай пианино. Ради бога. Ладно, у нас что есть? У нас есть жезл. Мы вообще что-нибудь достали там? Вроде бы нет. Только свечку, да? Ладно. Вау. Пристань, мусор. Здесь ничего полезного нет, только старые части лодок и пустые бочки. Слушайте, а как же здесь прекрасно. Корабль. Отсюда сложно разобрать наверняка, но кажется, там давно никого не было. Сплаваем? Посмотрим. Если я в нее заберусь, она сразу развалится. Она жутко старая и вся прогнила. Это уже что-то интересное. Цифры, получается, друзья. 384, да? Вот это классно, кстати, сделано. То есть код от двери. Ладно, спасибо. И почему бы нам просто сразу не дать код? Так. Ладно, посмотрим. Замок. Три. Восемь. И четыре. Отлично. Так, еще одна Сьюзан. Да сколько нас здесь, а? Щиток. Смотрите. Рядом с щитком есть небольшой проход. Думаю, мне нужно воспользоваться чем-то вроде рычага. Рычаг отсутствует, ясно. Ну, у нас только есть наш жезл, и все. Так. И использовать, да? Понятно. Хотя, точнее, ничего не понятно. Так, щиток еще один есть. Так, еще один проход. А мне рычагов-то не хватит. Рычаг отсутствует.
А здесь есть рычаги еще? А, вот еще один, кстати. Так, мне это понадобится. Так, нет, стой. Вставляем еще один рычаг. Угу. Я не знаю, зачем все это делаем и почему здесь все это мы делаем. Это очень странно, но ладно. Так, ага, этот мы уже не достанем. Или достанем, да? А, и она возвращается обратно, ясно. Значит, нельзя доставать. Окей, я понял. Так. А если попробуем тогда вынуть этот рычаг? Все окей. А, ну все. Тогда все ясно. Так, нет, стой. Господи, я уже запутался в клавишах. Так, использовать. Забираем отсюда рычаг. И вставляем сюда. Так, что дальше? Хотя, наверное, стоило рычаги-то другие, хотя какая разница, они же одинаковые, да? Есть еще у нас главная панель. Так. Использовать. Пила? О, прости, Сьюзан. Я, кажется, убил твоего двойника. А, хотя знаете, зачем мы все это делаем? Ведь, по идее... Хотя нет, и раньше умирали. Ну, всегда было два условия. Это нам нужна была кровь, и нам нужна была свечка, чья-то душа. Крови, видимо, у нас не было, когда нас молотком прибили. Поэтому нам нужна была чья-то кровь. Я не помню, в прошлый раз мы добывали кровь, честно говоря. Там столько было крови. Последний раз, что я даже не помню. Так, и что нам это дало? Да ничего. По сути, только кровь. Так, нужно что-то с тобой сделать, да? Монстр. Так, может быть, погодите, а я могу тебя зарезать? Хм, ударить. Ага, ясно. Так. А, нужно тогда поближе подойти, да? Вот так вот. Нет? Может, вот так? Отлично. Еще одна жертва крови. Как-то слишком много жертв. Монстр, чья-то душа. Двойник Сьюзан. О, привет. Ха. Подруга. Может, мы опять попали в психушку какую-нибудь? Мне кажется, да. Все к этому идет. Ладно, идем. Вдвоем веселее будет. Какая приятная музыка. Вывеска. Я в этом почти ничего не понимаю. Это все какая-то техническая муть. Ясно. Так, стоп, а это что? Минимальное допустимое количество пассажиров 2. Как странно. А, так у нас как раз есть второй пассажир. Ясно, зачем ты нужна. Так, прошу. Прощай, другой мир. И, друзья, мы на этом с вами заканчиваем. В следующей серии мы, видимо, возвращаемся снова в наше тело и будем, как всегда, мстить.
Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся в следующей серии.